Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Если, конечно, она есть в интернете. Художник Франц Кристоф Янек работал в стиле австрийское барокко. Родился в 1703 году. Австрийский художник Франц Кристоф Янек, живописец, писал жанровые мифологические сценки, религиозные полотна, портреты и пейзажи в стиле барокко. Родился в октябре 1703 года в Граце, в семье средней руки художника Мартина Янека. Я пользуюсь теми данными, которые мне удалось найти в интернете. Их практически, ну, очень мало. В 1726 году перебрался в Вену, добился места ученика при придворном художнике Якобе ван Шуппене, который совмещал пост придворного живописца с постом директора Венской академии художеств. Известно, что некоторое время он жил во Франкфурте, где брал уроки живописи у венгерского живописца Йозефа Уэнта. В 1736 году Франц Кристоф Янек женился на дочери художника Франца Кантона, Анне Марии Кантон или Кантон. В 1740 году семейство Янеков вернулось в Вену. Художник продолжал писать, преподавал в Академии жанровой живописи. Некоторое время занимал пост ректора Академии. Пост оставил в 1764 году после смерти жены. Скончался художник в январе 1761 года. Вот так вкратце данные из интернета о австрийском художнике Франц Кристоф Янек. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.